Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 18 апреля, и я на пруду. На реку невозможно попасть. Еще разлив большой. На водохранилище за зиму надоело. Решил я на пруд попробовать карасика ловить. Хочу попробовать на флет фидер, на классический фидер. Ну, тут дело в том, что этот пруд бесхозный. Хотя бы ветром вниз. Ветер страшный. Этот пруд бесхозный. Рыбы тут сильно мало. Она разбавлена водой. Сильно очень. Ну, бесхозный пруд совершенно кто чем хочет, тем и ловит. Ну, нам хотя бы что-нибудь поймать. Либо окунька, пескаря. Я знаю, тут окунек есть, пескарик есть и карась должен быть. Ну, если карась, я взял прикормку. Чемпион фишингрой карась и тоже чемпион фишингрой карась чеснок. Сейчас я по пол пачки размешаю, даже чуть поменьше. Сначала буду ловить на классический фидер точку, чтобы закормить кормушкой. А потом сделаю консистенции, чтобы прессовалки, вот прессовалка, чтобы прессовать на флет кормушку, прикормку. Я этим, честно говоря, еще не ловил ни разу. Надо угадать консистенцию, чтобы она держалась и формировалась в кормушке. Все, сейчас по пол пачки прикормки замешиваю с водой. И буду пытаться ловить. Из насадок у меня опарыш, червь, мотыль, сушка, кук, искусственный силиконовый опарыш плавучий. Ну, короче, для рыбы ассортимент очень огромный. Не буду вам голову морочить тем, как я мешаю прикормку, я по пол пачки. А потом, чтобы добавлять, чтобы сделать консистенцию. То, что надо. И пол пачки чеснока. Ну, чеснок хороший запах. Пахнет чесноком. Все. А это оставим потом, чтобы сделать консистенцию нужную, что для флета. Все, сейчас увлажняю ее. На рыбу вообще надежды практически не было. Я хотел ловить на фидер. Точнее, и брал один только фидер. Ну, хотел на классический фидер ловить и на флет. Думаю, сначала прокормлю зону ловли, точку ловли. Точкой невозможно назвать, потому что ветер был порывистый, очень сильный, менял силу, направление, и в одну точку забрасывать не получалось. Думал, прикормлю и потом перейду на флет, чтобы уже целенаправленно ловить карася весеннего. Но не тут-то было. С первого же заброса начала нагло объедать мотыля, опарыша. Вот такая вот красноперка. Ну, чуть крупнее. Но я так понял, что никакой насадкой от нее невозможно будет отгородиться. Она будет жрать все. И решил ловить на классический фидер. Оснастка патерностер. Боковой отвод я вяжу по-своему. Вяжем оснастку патерностер. Леска 037.
его. Берем лес, складываем в петлю. Теперь тот же длинный край, длиннее, сюда привязываем шнур. Ноль 104 диаметр.
Сначала ловил на мотыль сопарыш, на мотыль его беспощадно обжирала красноперка. Потом мотыль с опарышем, тоже мотыль обжирала, и решил на одного только опарыша. И что самое парадоксальное, клевало то, конечно, когда кормушка приводнялась. Там я в самой вершине пруда ловил. Клевало, когда кормушка приводнялась. Да, достигала, сразу были поклевки. Но самое интересное, это поджиговка. Не катушкой, а берешь удилище и вот так вот тянешь. И моментально поклевка. Озверевшая красноперка. Удовольствие получил. Я так и понял сразу, что будет рыбалка спортивная. Динамика ловли. Ну, красноперка, она сама полухищник. Ей надо движение. Классно. Хоть и не крупная красноперка, но очень интересно. Потом... Ловля на джиг I said three and four. I said all you got,
gotta give it to me, baby, now. All right. Uh-huh. Come on. Come on, give it to me, baby. Down on the floor. All right. Oh, yeah. All right. Uh-huh. Потом приехал спиннингист микрушечный, на мормышку он ловил, молодец, окуник. У него на мормышке был червь, и я решил червя прицепить. На червя еще активнее начал ловить, чуть крупнее краснотерка, даже окунь попался. Ну вообще рыбалка супер. Я с вашей помощью окуня поймал. А? И я с вашей помощью окунь. Что ты можешь? Да нет, тут, наверное, ничего. А вот я не знаю. На червя более активный. Да, я говорю, на червя.
Ну, я красотенка на себя попадает. Ну, один очень попал. А то не знаю, ключи, наверное. Рыбалка подошла к финалу. Много мимо садка встал. Динамичная.